Дружная команда. Такие слова как нельзя лучше характеризуют отношения анапских волонтеров серебряного возраста. Эта общественная организация в составе более 40 человек помогала организаторам Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи. Я думаю, что все те мероприятия спортивные, и не только спортивные, культурные, которые будут проходить у нас в Краснодарском крае, в Федеральном Южном округе, мы будем с удовольствием работать на них. Так что у нас уже есть опыт, и наша команда не распалась. В том же дружном составе мы предполагаем нашу продолжить работу. Благодарности за вклад в организацию проведения 22-х Олимпийских игр в Сочи получили все волонтеры. В администрации города-курорта они принимали заслуженную похвалу и поздравления. Я хотел бы вас от лица Сергея Павловича поблагодарить за вашу работу, за ваш энтузиазм, за то, что вы сделали для Анапы, для города, для страны, в целом для Краснодарского края. Поэтому большое вам спасибо. Нас не догонишь! Нас не догонишь! Нас не догонишь! Единственная команда волонтеров на Олимпиаде Анапская, в составе которой было несколько супружеских пар. Екатерина и Виктор Яковенко оставили свою большую семью и поехали в Сочи писать историю страны и родной Кубани. Ну, такое грандиозное событие, что мы не могли не поехать. Не поучаствовать и не помочь России. Мы вообще активисты. Мы работаем, я в ТОСах помогаю, работаю. Витя тоже вот работает, он, его приглашают куда, он всегда помогает везде. Мы подарки привезли детям, внукам, конечно, флаги, стучалки, учебники эти, английского языка, разговорники. Языка, так что мы будем уже внуков подготавливать. Точка в олимпийской страничке этих добрых людей – фото на память с благодарностями правительства России и Оргкомитета Олимпийских игр.